Мы сегодня с вами занимаемся акрилом. Абстракционизм, смешение стилей и техник – главное в этом занятии. Для того, чтобы творить, вовсе не нужно быть художником с академическим образованием. Даже если рисовать, ну, никак не получается, мир изобразительного искусства откроется во всей красе. Мы берем сметанку. Что за сметанка? Здесь у нас ПВА плюс вода. Клей, ПВА, вода и акрил – все ингредиенты смешиваются в обычном пластиковом стаканчике, а потом переносятся на холст. Им, к слову, может выступать и обычная картонка. Такой процесс дает не только полную свободу для творчества, но и стирает границы, установленные традиционной живописью. И секрет еще здесь такой, что эта техника непредсказуема. Мы никогда не сможем узнать, что же будет в конечном итоге. Нас ждет загадка. История. Чтобы история действительно была непредсказуемой, важно отключить внутреннего критика, отбросить прочь сомнения и слушать внутренний голос и интуицию. Последняя парочка обострит чувственное и эмоциональное восприятие и поможет создать уникальные и позитивные полотна. В тот момент, когда красочка растекается и до конечного результата происходят просто чудеса на поверхности, возникают какие-то картины, силуэты. А это завораживает. Река, поле, космос, море, пальмы, лето, пляж, утро, день, ночь, заход солнца, грани стираются, фантазия играет, воображение рисует даже то, что практически невозможно. Я увидела в картине, что огонь воевает против льда. Это возможно? Ну, был, конечно, мультик, но я думаю, что возможно. Я взяла фиолетовый, синий, красный. Потому что, по-моему, они более-менее сочетаются. Возраст художников от 1,5 лет и без ограничений. На мастер-классе ждут всех, кто любит краски, кисти и творчество в целом. Проходят такие художественные встречи раз в месяц. Место – городской музей. Ксения Казакова, Сергей Сомов, телеканал Реутов.